защищался, вызывал себе этих 10 героев. Полицейские, которые там принимали участие. Да, все мы можем комментировать видео со стороны и критиковать. Но когда была там ситуация, там ребята находились. Я спросил, почему вот так произошло? Почему было бездействие с вашей стороны? Они мне отвечают все. Мы хотели решить конфликт мирным путем. Что значит мирным путем? Мы, когда смотрим это видео и комментируем, говорим всем на лицо, там 173-я, Рибнех 12. 188-я, это статьи кодекса про административное нарушение. 185-я. Почему не применялись меры? А я вам объясняю, почему не применялись меры. Потому что мы, у нас нигде четко не прописано в КУПАПе четких действий полицейских, неважно, патрульные, ну, патрульные, да, ситуация патрульные пользуются КУПАПом. 173-я. Мы имеем право задержать гражданина на 3 часа для выяснения его личности. Ситуация была пол первого ночи. 3 часа задержан. Решение по данному протоколу принимает суд. 185-я тоже самое. На 3 часа задержали, не факт, что еще даже можем установить личность. Я думаю, коллеги меня поддержат. Это так. Все, 3 часа прошло, мы должны отпустить. Хорошо, даже если установили личность в 3 часа ночи, куда мы его повезем? Суды не работают. Отпускаем. И вот такие ситуации, вот почему у нас есть действительно и не реагируют на какие-то замечания полицейских, да никто не боится. 173-й не работает, как таковая, 185-й тоже не работает. Потом мы даже если материалы, которые составили, отправляем в суд, нужен правонарушитель. Без правонарушителя решение суд не принимает. Поэтому у нас люди не боятся.